Врачи алкоголь на рабочем месте не пили. Минздрав провел проверку после скандального видео, которое появилось в соцсетях. Чиновники выяснили, медики не употребляли алкоголь. А можно узнать, вы трезвые? Да. Ну просто у вас там вышли из реанимации, вышел пьяный человек. Ну нет, это... Нет, и посторонний человек, парень, пытался войти в реанимацию. Нет, они не посторонние. Нет, они работают здесь, но сегодня тоже... Я понимаю, но у меня вот маму туда привезли. Автор видео уверяла, медики отмечали Международный женский день на рабочем месте. Корпоратив якобы устроили прямо в кабинете. Ну а вот почему так? Ну потому что мы сегодня не работаем. Как нас... сегодня сокращенный рабочий день больницы работает? Вы не поняли меня. Не наша смена. А вы на рабочий день? Мы просто пришли отмечать. Вот. Как рассказали в Минздраве, на этом видео сотрудница больницы, но в этот день она не работала. Сюда пришла, чтобы лишь забрать вещи. По информации главного врача больницы, женщина вызвала полицию, они не нашли нарушений в работе сотрудников медучреждения. Также на место подходил заведующий отделением, который подтвердил, что все сотрудники выполняли свою работу и находились в адекватном состоянии. Принято решение о проведении проверки на основании обращения и видеозаписи, распространяемой в СМИ и в социальных сетях. Единственное, главному врачу больницы рекомендовано усилить контроль лиц, находящихся на территории медучреждения.